помню одну жуткую совершенно поездку. Нас друг пригласил в Одессу к себе в гости. Он расписывал свой сад, какие там сейчас спелые фрукты, какие там, не знаю, марципаны и все на свете. И мы, в общем-то, решили со Славой Тюриным, с моим мужем, поехать. Поехали мы на поезде, что-то нам решили так отдохнуть в поезде. И купили билет. Но это, правда, было давно, уже в конце 90-х. И сели на один поезд, который так с таким романтическим названием «Белая акация». В общем, это было что-то. Когда мы заселились в купе, мы поняли, что белье там, которое должно было быть белого цвета, оно такого было, сейчас это называют, ну, не знаю, мышиный, серый мышиный или что-то такое. Мы с трудом уснули там, потому что было почему-то жутко холодно. И проснулись от того, что поняли, что почему-то мы крепко спали. Оказывается, нас полностью обокрали, изъяли все, кроме паспортов, все деньги, все-все-все, что можно было взять, все изъяли. И таким образом мы решили пожаловаться проводнику, начали объяснять, что вот такое-то с нами случилось, на что нам проводница, улыбаясь, ответила: «Ой, да что вы, скажите спасибо, что хоть песка в глаза не насыпали. Все хорошо, все хорошо».